абсолютно не зная никаких очковых потерь. Колесила 20 матчей, 20 побед. Конечно, великолепное достижение, может записать себе у нас в моментище. Опасный, опасный. С удовольствием поотвечаю на них, пообщаюсь с вами в режиме лайв, пока не точно пишет губку перед под охрану на поворота. Боё, Дмитрий Лазо. Матч с командой Динамо БНТУ. Там оба брата очень активно. Ох, у нас какой гол! Один. Лишь бы был мяч, был один на три. Такой вот классный ответ. Вот Ореховых заброс, пока поздняк здорово действует. И красиво! Ох, попади мяч в вар. На угловой. Удар 2-0! Ровно к середине. Тайм опадно. Им привычно, кстати, на самом деле, играть вот в таком вот сучерном зале. Но ни для кого не новый, что зал Светлогорск чуть меньше. Стандарт, у нас пока хороший момент, удар не точный. Опасный момент, хороший такой удар получился у этого парня. Как мы не могли довести точную информацию, как же правильно произносить фамилию этого голкипера. В одних источниках была одна информация, в других другая. У нас 2-1, у нас охрана. Тот розыгрыш стандарта. Здесь Музыченко, передача Иракли Маградзе. Капитан команды в касание переправляет мяч в угол, прошивая поздняка. И тут же какой ответ, тут же! Пошли желтые карточки. Чекулис отворот. Длинный заброс. Удар головой, опасно! Нам уже на прямую случай победы может переместиться уже на девятую строчку. Ох, ошибка Чекулиса! Вот, дальше отличный пас, удар в касание на месте. Никите Орехову тот пробил в касание, Чекулис на чеку. Может, атака, удар, рикошет! Ну что ж ты будешь делать-то? Жалко, даже честно, не минуты позади. Удар поворотом! Опасно было! В лице Александра Фриза, но перехват в исполнении охранника. Фаут. Справа фланга. Удары! Великолепное взятие ворот! Охраны. Забила, вот еще один гол, 5-2, не так выстрелил. Для Каминского коллектива. Здорово разворачивается. Гремяка и фол показывает судья, было нарушение. Смотрим за розыгрышем штрафного. Удар, рикошет и 6-2. Но кто бы сомневался. Да, обращал внимание на эти вот интересные флаги разных клубов, которые висят в Светлогорске. Ох, момент, какой у нас штанга! Дыбаль. Забрасывает мяч налево. Ну, здесь нарушение правил. Бог, не было? Не было, считает судьбой. Светлогорск ничего придерживает мяч, тут бьет ближний и попадает. Вот там Александр показывает, что должен быть угловой. О, хороший проход, Губко, опасный удар. В дальний угол выцеливал Николай, но пас
Во, не получилось. Хороший момент. Здесь Тимошенко комбинирует с этими одноклубниками. Далее перевод снова на левый фланг. Удар по воротам. И здорово реагирует на данный походу. Футзал Беларусь большими буквами. Пробелов в 5 полевых играет охрана. Здесь достается Данилу Орехову. Еще ближе к нему. А сейчас пошел между двух ворот. Маркадзе налево. Далее обыгрыш Михалевичу в ближний не попадает. Остается. Плохая комбинация, но Поздняк должен выходить. Это и делает Кретин, забирает руки. Сначала так свою команду, удар перекладина. Смотрим за розыгрышем. Удар в касание, я тут еще наносил, но... Да. Напомню еще раз, друзья, следующее. Но... Ох ты, гол, третий мяч. Поздняк забирает мяч, бьет в пустые. Поздняк, гол,